Итак, всем привет! Мы продолжаем серию серьезных разговоров с участниками новой волны, раз у нас не получилось им стать. Значит, будем портить жизнь другим. Здравствуйте, Ирина Аллегрова. Здравствуйте. Ирина Сан, вопрос следующего характера. Почему вы еще не в Госдуме? Ты еще с ума сошел? А надо? Ну, веселее буду. Ну, музыкальнее соглашусь. Ну, пора менять. Патриархат на матриархат. Так, ты меня в политику не втягивай. Да, хорошо. Перейдем к теме здоровья. Какой доктор лечит звездную болезнь? Первый этап – это пила. Я вот совсем первый, не вот второй этап – это пила, а третий – это пресс. Это клички реальных людей? Нет. Пила и пресс. Какие друзья у Ирины Саны? Пацаны, вообще, ребята. Я прям не знаю, продолжать дальше интервью или нет. Да. Как объяснить Ирина Сана дураку, что он дурак? Сказать ему об этом. Поймет ли? Ну, он на то и дурак. Ой, дурак. Хорошо. Почему все объективы камер фотоаппаратов круглые, а телевизор и фотографии квадратные? Мне очень стыдно, но я не отвечу на этот вопрос. По той причине, что это какое-то явление мне непонятно. Если вы знаете, пишите в комментариях. Синоним, слово синоним. Синоним. Совпадение? Не думаю. А почему, когда человек говорит, да идите вы все, он, как правило, уходит сам? Почему, когда человек... А, кстати, загадка. Ведь это правда? Правда. Ведь это правда? Да идите вы. Почему? Да идите вы все. Ты меня не видел, и я тебя не видел. Дорогие гости, не надоели вам хозяева, да, чтобы с выбором? Да, это, мои двери всегда открыты, выходите. Это хорошо. И последний вопрос, Ирина Александровна. Самое удобное мобильное приложение в дороге? Все еще раз. Для меня лично я всем советую. Картина ТВ. Хулиганы. Спасибо большое за интервью, это было здорово.